Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о белорусской пряже фирмы Ariola. Это чистый 100% полиакрил. Пряжа называется номер 12. Здесь в 50 граммах 235 метров. Довольно-таки тоненькая пряжа. И здесь вот перейду сразу к уходу. Как и любая другая пряжа, требует ручной стирки. Здесь написано, что можно изделия гладить из этой пряжи. Я не рекомендую, так как, в принципе, как и любой акрил, пряжа сразу же, изделие из нее деформируется. Вот, поэтому гладить не рекомендую. Рекомендованный номер спиц под эту пряжу двоечка-троечка. То есть, если вы хотите более плотное вязание, используйте двоечку. Если хотите рыхлое совсем вязание, то троечку. Но, честно говоря, я думаю, что здесь троечка это максимально. Для крючка можно использовать 1,75 мм и выше. Если вы будете вязать руши, то, соответственно, крючок номер 3. Вот, выше троечки, я думаю, что брать не стоит, так как пряжа, еще раз повторюсь, очень тонкая и, возможно, вам изделие в итоге не понравится. Что хочу сказать о непосредственно пряже на ощупь и в работе. Мне пряжа, ну, скажем, мягко говоря, не понравилась. Как отдельная пряжа, как самостоятельная, изделия из нее будут, мне кажется, очень грубые. Потому что на ощупь она, как и множество акрилов, очень скрипучая. И, честно говоря, если пожмакать непосредственно только моточек, вот так вот, то напоминает наполнитель подушки антидепрессанта. Очень такая, скажем, специфическая на ощупь. Но, честно говоря, я была приятно удивлена в сочетании с махером. То есть я брала тоненькую ниточку махера и одну ниточку ариолы. То, в принципе, результат получился довольно-таки интересный. То есть можете поэкспериментировать. В принципе, соотношение цены и качества, то, пожалуй, пряжа... Я отнесу эту пряжу к более бюджетным. То есть для тех, кто хочет связать, скажем, изделия, но экономит на пряже. Вот как раз-таки это тот вариант, когда можно на пряже сэкономить. Рекомендовать я пряжу эту, к сожалению, от своего имени не могу, потому что мне пряжа, честно говоря, ну, понравилась не очень, мягко говоря. Вот, поэтому, конечно же, обязательно жду ваших комментариев и отзывов по поводу этой пряжи, кто вязал. Напишите в комментариях, кто что пробовал вязать, кто что вязал и кому понравилось, конечно же. Не забывайте мне поставить лайк за видео, поэтому хорошего настроения, ровных петель. Оставайтесь на моем канале. Пока-пока!